Как в Петербурге очищают воду для горожан? Сначала ее забирают из Невы на насосную станцию первого подъема. Там на чистоту воду проверяют речные раки. Потом вода поступает в камеру предварительного озонирования. Озон уменьшает ее цветность. Далее вода совершает гидравлический прыжок. В нее добавляют коагулян. Образовавшиеся хлопья примеси оседают на дно отстойника и отделяются от воды. Потом вода проходит через фильтр из песка и активированного угля. И ее обеззараживают гипохлоритом натрия. Перед подачей воды потребителям она проходит через ультрафиолет. Что еще интересно узнать о питьевой воде?